Всем привет! Давайте сегодня, буквально в 5 минутах, я расскажу, как зарабатывать деньги, да, как на маркетплейсах. То есть у людей, у которых сложилось мнение там про сетевой, что там что-то нужно бегать, втюхивать. Нет, не нужно бегать, никому ничего втюхивать. Вот на вот этих вот вещах, на мыле, на зубных пастах. Кстати, мыло очень классное, с запахом пиона, вот. Шикарно пахнет. Гель для душа уже наполовину использован моими ребятами. Вот. Дальше будет мыло. Вот. Как на таких простых вещах можно сделать хороший большой бизнес? То есть вы можете их продать 10 штук и заработать 30 рублей, да? А можете продать их 1 000 000 штук и заработать много тысяч рублей. Я, вот, если честно, удивляюсь людям, ой, сетевое это не мое, ой, вот это не мое. Люди идут на маркетплейсы, работают, да, ну там, всеми, да, широко известны на сегодняшний день. В общем, регистрируются, да, есть какая-то площадка, я так понимаю, тоже так же, в принципе, как у нас, они регистрируются в системе, да, и вот здесь вот личный кабинет у них образуется. Также у нас вы регистрируетесь в системе, у вас образуется ваш личный кабинет. Вот. И дальше вы начинаете выдавать дисконтные карты. Дисконт, 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 дисконт. Вот. И вот для этих всех людей, которые приходят по дисконту, которые покупают для себя со скидкой, вам компания платит по маркетинг-плану от 3 до 22%. Если вот здесь люди, я не знаю, как работает маркетплейс, если честно, не вникала. Вот, но если вот здесь человек пришел там на дисконт и привел 3 подружки, 3-3 друзей. Пауза. Так вот, да, продолжаем. Была пауза. Надеюсь, на чувство все остановилось, да. Вот этих людей, которых пригласил человек, да, которому вы оформили дисконт. Если он приглашает других людей, вам за этих людей тоже платят. То есть не обязательно человек должен лично вами быть приглашен. Он может быть приглашен и другими людьми. То есть и не важно, какая тут будет глубина, тут может вообще быть вот, вот так, то есть за всех, за вот этих людей, которые пришли уже после вас, за них заплатят. И получается, чтобы создать товарооборот, да, 1 миллион рублей, к примеру, да, ну, та цифра, в принципе, которая вот на сегодняшний день, иду я, да, цель на сегодняшний день создать за год, я надеюсь, что получится, это мои планы на этот год, создать 1 миллион рублей товарооборота. Хотите также, да, получается 1 миллион товарооборота. Это просто, вот, допустим, берем одного человека, средний такой, не сильно большой заказ, это 1000 рублей. 1000 рублей. Таких людей вам надо, получается, 1000 человек, да? 1000 человек и 1 миллион рублей. С 1 миллиона рублей примерно, это примерная прибыль у вас будет 100 тысяч рублей. Стабильная, потому что люди попробовали, им понравилось качество, они снова захотели приобретать продукцию, где-то что-то закончилось у них. Извиняюсь за звуки, но у нас бизнес сейчас на сегодняшний день домашний, поэтому домашние звуки, посудомоечная машина и так далее, да, там детей где-то. Вот. И получается, что 1000 людей, да, нужно. На самом деле, если вот брать по-честному, если прям честно-честно даже регистрировать самому и 1000 людей за год там, раскручивая свой аккаунт потихоньку, приглашая там различными методами, там, через Инстаграм, через ВКонтакте, через группы там в Одноклассниках, тот же там Телеграм сейчас очень хорошо работает.
В принципе, этот товарооборот можно и лично создать, просто вот сюда людей, да, подбирать. Но тут работает, знаете, какая система. Не только же вы хотите зарабатывать, но этот человек, который приходит к вам, может тоже заинтересоваться заработком. Потому что, когда я пришла в компанию, у меня не было цели, вообще, в принципе, там, какой-то прям... Мне без разницы было. Я знала, что Oriflame достаточно неплохая продукция, не было вопросов там ее использования. Я пробовала ее. Вообще, вот, честно, я в восторге. Мне очень нравится качество продукции. Вот. И ценовая политика. То есть здесь люди у вас будут, некоторые приходить, которые скажут, я тоже сотку в месяц хочу. Через там год, через два. Стабильно 100 тысяч в месяц. Да, как будто сдавая там 5-6 квартир. Вот. И этот человек нужно начинает приглашать, да? Вот так. То есть тут вот в чем, да, и заключается идея сетевого бизнеса, в том, что вы не только сами можете приглашать, вот это построение, да, скажем так, которое говорят там пирамидальное, оно везде пирамидальное, если вот разобраться. Вот. Вы пригласили 5. А эти следующие тоже 5, да? И уже 25. Следующие 25, еще по 5. 125. И на четвертом уровне мы получаем 625 человек. Все, что нам нужно, это найти 5 человек, заинтересованных в заработке там, 50-100 тысяч рублей, которые также пригласят своих друзей. 25 тоже, которые пригласят. 625. Итого мы получаем организацию 780 человек, да? 780 человек, даже если придут, да, там и сделают по 1000 рублей, уже 780 тысяч. В принципе, вот этого 780 человек достаточно для того, чтобы и миллион товарооборота сделать. То есть вот эта вот схема, она работала и работает, и да, где-то на начальном этапе сложно, начать сложно, потому что с нуля, потому что кто-то не верит, потому что где-то не доверяют, потому что недостаточно профессионально ты можешь отработать какие-то возражения, где-то продвинуть товар. Но эта система работает. И на самом деле здесь не так сложно это все, потому что все обучение... Ребятишки! Сейчас... Вот, потому что всю вот эту вот систему обучения мы даем, как, где, как вести соцсети, как и что писать, кому писать, как, в общем, все полностью, да, помогаем сопровождать людей, да, помогаем разместить заказ, как объяснить, как разместить заказ, также приглашаем дальше приглашенных ваших людей. Обучаем. Обучение полностью в команде бесплатное. То есть того, что дают на сегодняшний день платно, да, магазины, маркетплейсы, дают платное обучение. Люди платят неплохие деньги на самом деле за обучение. Вот. Оформляют рассрочки на это обучение и так далее. То есть то здесь вы получите эту систему всю под ключ. И через год, да, можете создать такую организацию. Вы можете создать себе от 50, да, до 100 тысяч, и это реально за год создать себе такой товарооборот. Можете больше. Все зависит только от ваших амбиций. Если информация была для вас интересна, если информация для вас была полезной, пишите. Вот, я помогу вам вступить в нашу команду. Соответственно, добавлю вас в наши чаты, в наше обучение и попробуем вместе построить вот такой замечательный бизнес, да, раскрутить уже ваш интернет-магазин, а тут по-другому никак, это ваш интернет-магазин, это договор возмездного оказания услуг с компанией. Здесь очень все на самом деле удобно. Все, до скорых встреч, пока-пока. Если что-то было не так, не судите строго. Вот.